Я этого сама часа три, наверное, тащил. То он меня, то я его. Ну и по концу я его сделал. 36 килограмм. Че уставились? С этим самым еще люди целый час фотографировались. А я когда был маленьким, мы с дедом на рыбалку ходили. Так я голыми руками из-под камней вот таких бычков доставал. Бычков? Да разве ж это рыба, бычок? Вот я в том году в Турции вот такую барракуду подцепил. Знаем мы, каких ты барракуд в Турции цепляешь, а? Ой, ладно тебе, не завидуй. Эх, ребята, вот я в детстве без всяких снастей на простую удочку вот с такого карпа ловил. Жень, если бы карп был таких размеров, то он бы тебя ловил, а не ты его. Знаешь, Егор, то, что ты себе накупил миллион снастей и лодку, это еще не делает тебя рыбаком. Точно. Ты на словах, Егор, прям чемпион мира по рыбалке. Странно, что ты не рассказал нам, как ты кита голыми руками ловил. Хорошо. Спорим, что я любого из вас на рыбалке обставлю. А реально, мужики, давайте все вместе завтра махнем на рыбалку. Вот там и докажешь. О, поймал. А раз сегодня поймал, значит, завтра тем более поймаю. Ну что, спорим? А давай. Согласен. На что спорим? Ну, давай чисто символически, там, на 100 баксов. А, не-не-не, я четвертый кредит брать не собираюсь. Ну, не знаю, ну, давайте... А давайте так. Кто завтра поймает меньше всех, тот моет машину тому, кто поймает больше всех. Идет? Давай. Приготовьтесь мыть мою тачку. Только так, мужики, без жен. Без жен так без жен. Заметано! Кто-то в клубах висит, разбивая сердца, и в коктейльных огнях вечера прожигая, кто ныряет в кредит, чтобы жить во дворцах, словно ветер по белому свету летая. Или строит мосты, снимает кино, изменяя пространство, век ускоряя. Может, в космос летит, только мне все равно, я гораздо сложнее задачи решаю. А я крутой папанька, папанька, я крутой. Никто не может больше, никто не может больше сравниться со мной. Я мог бы стать звездою, вершины покорять, но все-таки труднее, гораздо ведь труднее крутым папанькой стать. Сделать в школе ремонт, пробежать вместе кросс, научить попадать между глаз хулиганам, сделать даже сестру для меня не вопрос. Нужно только всего лишь согласие маму. На борьбу и футбол, на стрельбу и хоккей, прокатиться вдвоем на подножке трамвая. Мой сынишка со мной гораздо взрослей, только я почему-то с ним в детство впадаю. А я крутой папанька, папанька, я крутой. Никто не может больше, никто не может больше сравниться со мной. Я мог бы стать звездою, вершины покорять, но все-таки труднее, гораздо ведь труднее крутым папанькой стать. А я крутой папанька. Сегодня, сынок, твой папка покажет класс. Уделаем этих сопляков-любителей, а? Угу. Света, а ты блёсны положила? Да, ага, они там, в чемоданчике. А прикормку? Угу. Молодца. А черви? Ой, черви забыла. Они на балконе. А там жарко. Блин, Света, ну о чем ты думаешь? Мужики на рыбалку собрались, а ты... Все. Мать, жди сегодня к вечеру добытчиков с уловом. Давай. Открывай. Давай. Вперед, навстречу судьбе.
Пока. Пока, мам. Пап, а что с нами мама не едет? Запомни, сынок, рыбалка – это чисто мужское занятие, и женщинам там не место. Привет! Привет, Ириш. Никитос, можно тебя на секундочку? Доброе утро. Это что за якорь, а? Мы же договаривались, без жен, только с детьми. Я бы с радостью поехал с детьми, но, к сожалению, пока не могу взять ребенка без жены. Никита! Никит, сходи домой, возьми крем от загара. И для загара тоже возьми. Ты определись, ты туда загорать едешь или рыбу ловить? Алло, Сань, ну ты где? Егор, ну сори. У меня вчера вечером и так неплохой улов был. Вы выезжайте, я вас догоню. Да ну конечно. Да точно, точно. С этим рыбаком все понятно. А где Женя? Доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Да ну вообще не доброе. Пап, ну чего я туда поеду? Что я там буду делать? Ну... Как чего? Чтоб потом не возникало вопросов, почему это ваш папа моет мою машину. А это мы еще посмотрим, кто кому мыть будет. Посмотрим. А ты, Вика, едешь, чтобы присмотреть за младшими, чтобы они там ничего не натворили. А не проще нам тогда дома остаться, чтобы они здесь ничего не натворили? Хорошо. Никаких проблем. Кому ты звонишь? Бабушке. Ну, нужно же кому-то присматривать за тем, как ты присматриваешь за младшими. Ладно, поехали. Ну вот и отлично. Сегодня у нас будет прекрасный день. Что там? Что там? А, все, поздравляю. Тоже мне трое в лодке, не считая Ирины. Отрыбачились. А кто там? На, посмотри. Вот так выглядят нормальные люди, которые не бегают по 3 часа за кремами, не треплются с детьми, а встают пораньше и занимают самое лучшее место. Да какие проблемы? Давайте просто переедем на другое место и все. Например, домой? Нет уж, это самое рыбное место на этом озере. Ничего, я знаю, что делать. Так, граждане-туристы, выбирайте на любой вкус. Где ты это взял? В магазине «Все для рыбалки». Где же еще? Ты бы еще табличку «Осторожно, акулы» купил. Акулы. Так, документы есть какие-нибудь, кроме прав? У меня нет. У меня тоже нет. Я же на рыбалку ехал, а не в Гурану. Ах, хотя есть у меня один, но вряд ли он тебе пригодится. Утро доброе, уважаемая. Ну что, клюет? Ну, да, потихоньку. Только приехали, только закинулись. Старший рыбинспектор Малышев. А табличку что, не видели? Какую табличку? Какую? Вот эту. Статья 312, пункт Б, раздел 2, новое издание. Штраф от 5000 до 7. Подождите, но мы когда приехали, здесь никаких табличек не было. Да? А кто же ее поставил? Дикие звери, да? Дяденька инспектор, но мы же не знали, что здесь нельзя ловить. Конечно, не знали!
Да я по 100 раз в день слышу эту фразу. Придумали уже что-то новое. Незнание законов не освобождает от ответственности. Будем оформлять. Ваши документики, пожалуйста. Может, как-нибудь договоримся? Может, что-то придумаем. Что? Вы что мне предлагаете? Взятку? Взятку вы мне предлагаете, да? Да я 7 лет работаю инспектором. И ни разу в жизни за эти 7 лет взяток не брал. Не брал и брать не буду. Это ясно? Да ладно. Добрый я сегодня. Чтоб через 5 минут вас здесь не было. Или ну хоть удочки забрать можно? Быстрее! Ленка, Любка, запугайте. Ну вот. Добро пожаловать в рай для рыбаков. И чем же это место рай? Ты что? Здесь такое клевое место, что не поймают здесь только без руки. Кстати, читательский мой верни. На, хоть для чего-то пригодилась твоя библиотека. Ох и жара! Да. Лучший рыбак! Вот так сразу, да? Молодец! Ирочка, а можно уже это снять, а? Ты чего? Это хорошая футболочка, хэбэшечка. И вообще в тему. Тю. Значит, так. Давайте в 19:00 делаем контрольное взвешивание. И кто больше наловил, тот, собственно, и победил. Окей. Если у них вообще будет что взвешивать. Давай, разгружай машину. Да? Санек, мы на месте. Ты где? Скоро буду. Я тут просто на мойку заскочил. Быстро машину помою и сразу к вам. Так а зачем на мойку? Выиграешь спор, и тебе помоют или Никита, или Женька. А, ну да. Хорошо, что напомнил. Ну, тогда пену с нее смою и к вам. Давай. А вот и я. На чем мы остановились? Рыбалка, сынок, это в первую очередь терпение и умение ждать. Если ты умеешь ждать, то это уже 50% успеха. А с такими снастями, как у нас, ждать придется недолго. И мы быстренько сделаем этих неудачников. Да, сынок? Игорь! 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 Здесь тебе гаджеты не помогут. Здесь нужно опираться на опыт предыдущих поколений. На такие снасти люди ловили рыбу тысячелетиями. Еще древние финикийцы. Так что мы с тобой, сынульчика, вооружены знаниями. И никакие технологии дяди Егора не помешают нам с тобой сегодня одержать верх. Правда, сынок? Макс! Дети, не пугайте рыбу! Я и так дядя Никита своей футболкой распугал. Ничего-ничего, я вам без футболки всем покажу, кто тут настоящий мужик. Никита! А? Разложи мне стульчик. Ага. Настоящий мужик. И крем мне принеси. Вот. Ирочка, ты не видела наши удочки? Я точно помню, я их брал. В синей сумке, чехле такие удочки. А, так это были удочки. А я подумала, что это зонтик. Я еще подумала, ну зачем нам с тобой еще один зонтик? Ну, ладно, футболочку можешь снять. Ну как же я без нее? Мы ведь на рыбалку приехали. Хоть что-то меня с ней должно связывать. Слышь, а ты палку-копалку не забыл? А то тебе же еще червей накопать надо. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А я не последний. За мной еще целая очередь. Пап, а нам что делать? Вы дышите свежим воздухом, наслаждайтесь природой, отдыхайте, веселитесь. Да как можно отдыхать и веселиться без Wi-Fi? Пап, я купаться хочу. Я тоже. Вот, видишь, оказывается, можно.
Только рыбу мне не распугайте. Если купаться, то идите вон за те деревья. Там пляж маленький есть. Хорошо. Хорошо. Ну вот и тебе занятие нашлось. Иди проследи за Максом. Он плохо умеет плавать. Стиль топор. Это, по-твоему, плохо умеет плавать? Вика, не спорь. Иди за Максом. А я прослежу за Яной. Яна, стой! Яночка, это в неживастике, это настоящие червячки. А как они налезли в банку из-под жвачков? У них там дом, у них семья, у них есть детки, папа, мама. А как выглядит детский сад для червячков? А они спят после обеда? Яночка, я тебе отвечу, ну, позже. А пока иди погуляй с тетей Ирой. Вон там. Повернуть рычаг спуска. А где ж ты? Вот это что ли? Так. Да. Ну что, как сам? Потихоньку. Ага. Егорчик, слышишь, а у тебя есть запасные удочки? Конечно, как у каждого профессионала. Так что, дашь или нет? А, ты в этом смысле? Ну, сейчас. Вот. Это мои лучшие запасные удочки. Так что выбирай сам вот эту. Спасибо. Пожалуйста. Ну, конечно, чтобы поймать на такую удочку, нужен немалый опыт. Ну и в твоем случае еще и мозг. А у тебя ни того, ни другого нет. Так почему еще? Ну, кто ж закидывает без наживки, да? И у нас определился лидер соревнований. Никита Павленко со старта берет быстрый темп и вырывается вперед. Ух ты! Вот, смотри, смотри, что папка поймал. Огромную рыбину. Папка у нас молодец. Сейчас пойдет папка и целое ведро таких рыбин поймает. Никита, поставь зон. Ребенку вреден ультрафиолет. Хорошо, Ира, сейчас. Ну, а пока Никита Павленко участвует в рыбалке с препятствиями, мы сейчас покажем, кто тут настоящий профи. Женечка, а? Ты со своей удочкой тут ничего не поймаешь. Здесь мелко, коряги. Я тебе как друг советую. Отойди подальше. Ага. И куда? От меня подальше. Эх, Егор, если бы я был рыбой, я бы жил где мелко и коряги. Думай, как рыба, Егор. Разговаривай, как рыба, Женя. А? Молчи. Егор! 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 Да что опять? Смотри! Это у меня... Клюет или волна? А? А? Какая же волна? Клюет! 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 Коряга клюет! Евгений поймал корягу! Коряга клюет! Что ж такое? Ну как же так, а? Да оборви ты его просто и не мучайся. Ага. Легко тебе сказать, оборви. А может быть, это мой... счастливый и единственный крючок. Ну да, кому как не тебе. Отцу троих детей не знать, что такое счастливый крючок. Ну, дело твое. Хочешь мокнуть, мокни. Только мне не мешай. Ну, Вика, ну скажи мне, пожалуйста, зачем ты это делаешь? Я что, тебе маленький? Нет, ты не маленький. Ты мелкий. А значит, будешь купаться там, где мелко. Отлично. Все, плыви куда хочешь. Алло. Привет, Сереж. Ты на рыбалке? Да нет, я серьезно. Не шучу. Я бы с радостью, но меня заставили пасти своего младшего барана. Да, брата, ты это одно и то же.
Ой, со связью проблемы. Сейчас отойду, подожди. Да что ж такое? Ни одной поклевки. Если бы эта рыба знала, за сколько я это все купил, она бы из чувства вины на крючок лезла. Да перестань ты орать! Всю рыбу распугай! Всю рыбу распугаешь! Что? Укололся! Егор! Егор! Скорее неси аптечку, смотри! О боже, какая рана! Без паники! Аптечка у меня всегда с собой. Ага, отлично. Тебе, кстати, что лучше? Йод или зеленка? Егор, это не смешно. Посмотри, какая рана. Мне, наверное, нужно ехать в больницу, зашивать. Рот бы тебе зашить, так орать на рыбалке. Ладно, чего не сделаешь ради друга. А то ведь действительно может быть заражение, гангрена, ампутация. Ну вот и все. Операция окончена. Думаю, после нее ты даже сможешь ходить. Теперь ты мой должник. Что? Сколько стоит этот пластырь? Я отдам за него деньги. При чем тут деньги? Я тебе только что жизнь спас. Все? Теперь я наконец-то могу на рыбалке половить рыбу. А что ты такой нервный? Мы же сюда отдыхать приехали. Отдыхай, Никита. Не обращай внимания, сынок. Это все потому, что наш папа по гороскопу рак. А раки, они такие, да. Никита! Что? 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 Я хочу раков. Вернее, мы хотим раков. Да ладно, Ир, каких раков? Ты чего? Где я тебе, то есть вам, здесь раков достану? Вот видишь, какой у тебя папочка, да? Ну ничего, ничего. Родители ведь не выбирают, да? Ладно, ладно, хорошо. Будут вам раки. Тетя Ира, я красивая? Очень. Это что, моя помада? Да, это моя помада. Так, Яночка, солнце, иди ко мне. Яночка, иди поиграй к папе. Ладно, пока. Я тебе вечером наберу. Макс! 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 Купилась, купилась, купилась! Ну все! Вы трупы! А ну идите сюда! Так. Осторожно, нога! Ой-ой, простите, вы же только после операции. Егор, у тебя есть лодка? Женя, я, конечно, понимаю, что мы на берегу, вдвоем, романтика, но все-таки спрошу, зачем тебе лодка? Крючок отцепить. Господи, да опять ты прицепился к этому крючку. Просто оторви его и забудь. Я так не могу. Я должен довести начатое до конца. А ты предлагаешь самый легкий путь. Не нужно уходить от проблем. Ну да. Тем более от себя-то не уйдешь. Лодка в багажнике, насос там же. Иди и дуй. Я говорю, дуй давай отсюда. Это мое кресло. Расселся тут. Инвалид. Слышь, качок, а ты не пробовал надувать здоровой ногой? Пробовал. На носочках больно стоять. А, ну тогда не мешаю. Пап, ты что, тоже хочешь уплыть, как мама? Нет, солнышко, что ты такое говоришь? С таким воспитанием, как у вашего папы, скорее вы от него уплывете. Не слушай дядю Егора. А что ты такая чумазая? А где панамка? Я сейчас принесу, а то еще солнечный удар будет.
Пап, ты что, солнышко не дерется? А, ты не знаешь, как твоего папу солнышко каждое лето лупило. Ребята, по-моему, меня сейчас тошнит. Помнишь, Жек? Ты что, обиделся, что ли? Так. Егор, а где лодка? Я так понимаю, что заикаться ты бы стал по-любому. Рано или поздно. Яночка, никогда, слышишь? Никогда больше так не делай. Пап, почему ты так волновался? Я просто собиралась быстренько сплавать к маме и обратно. Солнышко мое. Да тихо. Что? Поздравляю. Приплыли. Ой. Мне вот сейчас даже интересно. Это что же у тебя там за крючок такой, что ты за него готов заплатить штуку баксов? Почему $1000? Да потому что именно столько стоит эта лодка! Дядя Игорь, не кричи, а то всю рыбу распугаешь. Ты... Лучше сами выходите, потому что если я вас сейчас найду, то вы вообще вряд ли ходить сможете. Кабан! Там дикий кабан! Там дикий кабан! Повелась, повелась! 2-0 в нашу пользу! Ну все, вы трупы! Ну идите сюда! Сань, ну ты что, издеваешься, что ли? Ты где вообще? Я уже в пути. Вот только полный бак заправлю и полный вперед. Саня, я с этими двумя тошнотиками скоро с ума сойду. А? Давай! Дядя Игорь, а почему тетя Света с нами не поехала на рыбалку? Ну, потому что тетя Света запланировала кучу дел на сегодня. Там постирать, погладить, убрать. Вот. А тетя Света расстроилась? Конечно, расстроилась. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Хорош, а? Вы сюда купаться пришли или рыбу ловить? Если купаться, идите вон на пляж. И так не клюет целый день. А вы еще ихтиандры хреновы. Дядя Игорь, а почему ваши рыбки не плавают, а тонут? Какие еще рыбки? Вот эти, железные. Я 3 штучки бросила, а они утонули. Какого хорошего ребенка вы воспитали, Евгений? Честь вам и хвала. Яночка, иди-ка ты, наверное, к папе. Ура! Лучше сядь. Только не трогай ничего и молчи. Тишина должна быть на рыбалке. Егор! Егор! Никита! Это что сейчас было? Мне сейчас послышалось? Или она тупо перепутала наши имена? Егор! Помоги мне, пожалуйста! Нет, мне не послышалось. Что ж за день-то сегодня такое? Егор! А помоги мне, пожалуйста, а то Никиту с его раками пока дозовешься. Если я тебя, конечно, нечего важного не отвлекаю. Нет? Что вообще может быть важного на этой рыбалке?
Тем более мои блесны сейчас в воде. Рядом с ними плавает один раненый на всю пятку, который ищет свой фартовый крючок. Второй с синими губами охотится на креветок. Так что нет чего важного, ты меня не отвлекаешь. Что ты хотела? Понимаешь, я нигде не могу найти еду. Я помню, что я все сложила в один большой пакет. И куда ты его поставила? А вот теперь не знаю, где же он. Еду? Угу. Ну, не мог же этот пакет сам встать и уйти. Ну да. И медведи его тоже не могли забрать. А вот поставить его возле дерева на большой муравейник, это очень даже реально. Это ж надо было додуматься, поставить еду на самый большой, нет, на единственный муравейник на всем озере. Класс. Были пирожки с вишнями, а теперь с муравьями. Вкуснятина. Угощайся. Давай, давай, давай. Медовый тортик был, а теперь это муравьиная горка. Приятного аппетита. Вся еда в муравьях. Ну, не вся. Хорошо, что я все заранее продумала. Открой шпрот, пожалуйста. Шпроты? Ну, да, шпрот в банке. Ты что, шпрот не любишь? Ну, теперь все понятно. А я еще думаю, почему у меня целый день не клюет? Это как додуматься ты вообще смогла? Взять на рыбалку рыбу? Никита, у тебя жена просто гений. Я вас поздравляю. Сходили на рыбалочку. Знаете что? А пошли вы все. Что? Это не тебе. Это шпротом. Ну, Егор, если ты так сильно шпрот не любишь, ну давай откроем сардины. А давай ты спрячешься за крапивой и будешь звать Вику. А когда она придет, я ее пихну вон туда. Да, круто. А что я... Ну что, закончились ваши игры, малолетки прыщавые? Ну не малолетки. Ну не прыщавые. Ну мы это дело сейчас быстро исправим. Ай! Хорошенькая рыбалочка. Бандиты. Говорил? Да тихо. Давай сюда, заберем. Хорошая. А вы, значит, по-хорошему не понимаете, да? Я же к вам по-человечески, с душой. Можно сказать, репутацию свою на кон поставил. А вы? Так а мы только... Только закинули, да? Так мы... Не знали, понятно. А это у вас что, а? Так это же... Просто пустое ведро с водичкой, да? Зачерпнули водички из озера, а рыбка сама туда запрыгнула, да? Да вы что, совсем охренели, что ли? Я 10 лет работаю инспектором, но такой наглости не видел! Вы же говорили 7. Так ты что, самый умный, что ли? Ну-ка, иди сюда. Сюда, сказал! Ну что, рыжий? Я не рыжий. Сюда иди! Эй! Я не рыжий! Чувствуете? Чувствуете, чем пахнет, а? Чем она может пахнуть? Рыба как рыба. Эй, нет! Это запах вашего поражения. Лузеры! Не спеши, у нас еще есть 15 минут. И что? У вас было 5 часов. Фух, распутал. Опа. Опа. Ну как тебе такая коряга, Егор? Да мне все равно. Все равно, кто мне будет мыть машину, ты или Никитос. Главное, чтобы подкрылки хорошо помыл. Чего, ничего, у меня еще есть время, я еще успею что-то поймать. Ага, разве что комплекс неполноценности. Мы сопливые в одиночку. Теперь ты. Мы малолетние засранцы. Отлично, отрепетировали. Теперь то же самое, только на камеру. Поехали. Мы сопливые вонючки. Я тебя не слышу. Мы сопливые вонючки. Теперь ты. Мы малолетние засранцы. Еще раз.
Мы малолетние засранцы. Отлично. Ну, и как же мне теперь это видео назвать? Сопливые вонючки или же малолетние засранцы, а? Ладно, сделаю голосование в соцсетях. Итак, уважаемые господа, дамы, дети, животик, настал момент истины. Пришло время взвешивать наш улов. Начинайте, у меня есть еще пару секунд. Внимание! Оп. Ровно килограмм! Можете поздравить меня с победой. Малыш, малыш, неужели у тебя память такая же крошечная, как и твой карпик? Неужели ты забыл о маме-щуке, пойманной дядей Егором? Ой. Итак, дамы и господа, встречайте победительницу! Эй! Так... А где она? Яночка, скажи-ка мне, а ты случайно не знаешь, куда делась щука, которую поймал дядя Егор? Знаю, я ее выпустила. Зачем? Эта щука была волшебной из сказки. Я ее выпустила и загадала желание, чтобы папа победил. И твое желание сбылось. Папа, победи! Вот. Он что, с икрой? Да, отлично. Ты что, это же будущие детки, это же беременная мамочка. Ты что, хочешь ее убить и съесть вместе с ее же детьми? Какой же ты... Ира, у меня уже вот здесь вот твои раки, шпроты, лежаки и тенечки за целый день. Задолбали меня уже твои капризы. Я вместо тебя уже готов родить. И знаешь что? Ира, иди ты в задницу, ясно? Никита! Никита! Да? Ты что, завис? Я тебе сказала, отпусти ее немедленно. Да, хорошо. И давай быстрее, мне нужен плед, я вообще-то замерзла. Да, хорошо. Сань, ну ты, конечно, редкий рыбак. Ну прости, дружище, сам не понимаю, как так получилось. Вроде недавно делал ей полное ТО, а тут такое. Поломался на ровном месте. Да. Все, не могу больше говорить, эвакуатор подъехал. Да-да, давай, пока-пока. Ну что тут, наша картошечка? Готова? Ну, вроде готова. Ну, давайте, налетайте. Тут как раз каждому по картошке. Разбирай. Только не передайте, что поставили место для шпрот. Егор, может, хватит уже, а? Все-все, хватит так хватит. Просто люблю, знаешь ли, пошутить на полный желудок. Егор. Все-все, молчу. Ну, что, приятного аппетита. Спасибо, дядя Егор. Это не тебе. Это муравьям. Егор, я с тобой больше никуда никогда не поеду. А я, может быть, только этого и добиваюсь. Кажется, в жизни ничего вкуснее не ел. Да о чем ты говоришь? Ты еще шпроты не пробовал. Ну ладно, ладно, все, больше не буду. Ну, пожалуйста, не выкладывай это никуда. Ну, я подумаю. Кстати, я давно хотела себе парочку слуг. Принесите ко мне соль. Так а кто же все-таки победил? Она еще спрашивает. Ясное дело, кто? Я и моя щука. Если бы ее кто-то не отпустил. Ага, а мой карп?
Так а где ваша рыба? У меня, по крайней мере, карась остался. Карась. Ребят, чтобы никому не было обидно, предлагаю ничью. Согласен. Что значит ничья? Вы чего? Я, между прочим, старался, рыбачил. Добрый вечер. Виделись. Товарищ рыбинспектор. Старший. Старший рыбинспектор, вы нам не поможете? Могу уж шпротами поделиться. Да не, спасибо. У нас аккумулятор в машине сел. Вы нас не прикурите? А мне что с этого будет? Огромное человеческое спасибо. О, спасибо, на хлеб не намажешь. Тем более у нас даже и хлеба нет. Нам нечего вам больше предложить. О, а щуку вы уже и так у нас забрали. Какую щуку? Так где, вы говорите, машина ваша? Да тут недалеко. А. Егор, какую щуку? Да что ты прицепился? Щука, щука. Людям помочь срочно надо, а ты щука. Ну, теперь понятно. Что понятно-то? Товарищ старший рыбинспектор. Ну что ж, победителя мы не определили, но проигравший нам точно известен. Да я этой щуке жизнь спас почти. А вы проиграл, победил. Ну как дети малые, честное слово. Пойду вон взрослым людям помогу, вместо того, чтобы с вами в песочнице тут играть. До свидания. Ребята, кстати, лодка надувная не интересует? Лодка? Недорого, кстати. Рыбинспектор. Да что ж такое? Оно же все помещалось. Или от жары вещи тоже расширяются. Никита, а где мои очки? В футляре для очков. А футляр? В твоей сумочке. А где моя сумочка? В рюкзаке. А где тогда... Я понимаю, к чему ты клонишь. Но я не буду доставать рюкзак. Иначе мы только завтра домой попадем. Всем привет. Не опоздал? Конечно, нет. Посмотри, мы даже не раскладывали. Понятно. Ну, как улов? Дядя Саша, папа поймал огромную рыбу и выпустил. А вторую рыбу выпустила я, и дядя Егор проиграл. Чё проиграл? Вообще-то у нас тут новый кандидат на мойку машины. Давайте встретим его аплодисментами. Нет, нет, нет. Уговор какой был? Кто поймает меньше всех? А я ловил? Нет. Так что извините. Саня, можешь тебе этот стул в машину кинуть? Да без проблем. И детей моих. Нет, Женечка. Вот эту тяжелую ношу тебе придется вести самому. Так сказать, на собственном горбу. Это не горб, это корч. Ладно, все, по машинам. Поехали. Егор, под крылки тщательней мой. Мужики, а давайте в следующие выходные махнем на охоту. Без жен, без детей. Саня, пошел ты знаешь куда. Ну все, ты попал. Саня, ты попал. Саня, иди сюда. Саня, не сам, рук открытый, нет! Мужики, я сам. Может, суши закажем? Мы уже не хотим раков. Так, давай теперь удочку. Фотка. Подожди. О, классная удочка. Покажи фотку. Класс. Давай два пальца. Давай. Так точно прогоним.
100 пудов купим. Я бы купил. Крутой папанька, папанька я крутой. Никто не может больше, никто не может больше сравниться со мной. А я крутой папанька.